Сход граждан Новодмитриевского сельского поселения прошел 12 августа. Встреча началась с доклада главы Елены Шамраевой. Она доложила о выполненной за первые 6 месяцев 2021 года работе и рассказала о дальнейших планах. Благодаря участию в краевом конкурсе по отбору проектов местных инициатив, проект Новодмитриевского сельского поселения «Благоустройство сквера на хуторе Оазис» вошел в число лучших в Краснодарском крае. На реализацию данного проекта из краевого бюджета в августе будет получена сумма в размере 1 245 700 рублей. После отчета главы каждый присутствующий мог обратиться с вопросом к местным и районным представителям власти. Одна из самых острострящих проблем в поселении – водоснабжение. Жители жалуются на частые перебои в подаче воды, также ситуацию осложняют незаконные врезки и аномальная жара. Недостатки воды, когда воды у нас нет, мы по заявкам жителей организовываем подвоз воды. В настоящее время готовится пакет документов для вступления в сентябре месяце в программу Минтек ЖКХ по капитальному ремонту артезианской скважины в станице Новодмитриевской по улице Кооперативной. Граждан волновали и такие проблемы, как уличное освещение и нарушающий общественный порядок молодежь. В конце встречи жители поселения, помогавших ликвидировать последствия недавнего паводка, наградили благодарственными письмами администрации района.